Всем привет! Это продолжение предыдущей части по The Long Drive. Так как вы набрали необходимое число лайков и комментариев, я выпускаю эту серию. Новое продолжение, а именно третья часть этой поездки, будет выложено на 30 лайков и 15 комментариев. Также не забывайте про мой телеграм-канал, анонсы, опросы, чат, выход роликов раньше и многое другое. Давайте же начинать. Глушу. Правильно едем, получается? Правильно едем, значит, да. А, так еще видишь эти комфортки? Офигеть, дверей, смотри, давай сменим. Блин, да, капот. Поднявые. Мне надо все поменять. Какашки. Это новый, слышишь? Это очень радует. А, что? Это, походу, от лагаря капот. Давай поставим. Нет, это вообще от десятки похоже. Ну-ка, дай-ка я дверь поставлю. Я какие-то маракуи нашел. Чего? Радиатор новый! Радиатор! Радиатор? Если он нам подходит, то я его ставлю. Это 100%. Давай. Подожди, там, ну пустой, ну подожди, ну я хочу сменить. А нет, у нас, ну... ну я еще раз нашел. Я опять газ нашел. Газ? Да. На сколько серий это вообще будет, я не понимаю. Если мы уже так дохуя нашли. Конечно, путешествие по факту. Наконец-то. Дизель, кстати, какашек много, это ты что ли? Нет, нам дизель не нужен, мы же не найди. Подожди, дай я сравню дверь, я хочу новую дверь поставить назад. Вот, это тот дверь, это... Ну да, она подходит, видишь? Ух ты, как криво. А нет, этот копейки скрыть. Как же криво он поставил эти копейки. Ну там еще есть, сейчас я этот посмотрю. Но очень надеюсь, что хоть какая-то подойдет. Нам не нужно это. Ну может капот еще подойдет, фиг знает. Вроде ох ты, вот я. Смотри. Это просто спорткар, если вот так вот сделать, это спорткар, капец. Блин, я уже что-то вижу издалека. Бычок, смотри. Еман там, заброшка лютая. Подожди, там лютая заброшка, погнали к ней. Нифига себе, я же ее вижу. Нифига себе, это что за жоплик заброшенный? Капс, да, слышь, мне кажется, тут лута. Ехай, тут лута. Нихай себе, что подлагало, слышь. Бро, у меня лагает. Стой, да, у меня тоже. Это большая автозаправка, походу. А нет, или это отель. Тут кто-то пиздит. Там, ну, зомби, там зомби, там зомби. Так я пока в машине посижу. А как его убить? Автобус! Автобус? Да. Смотри, автобус. И буханка, ну, грубо говоря, буханка еще есть. Автобус в идеалке, слышь, он полностью в идеалке, вообще прям. Да ты иди сюда, ты даже не видишь его. Автобус! Мы же на таком каждый день Слушай, тут еще одна тачка есть. Ну я вижу. Пикап. Там эмотик есть, капс, да, мы сейчас что нашли? Блин, разжирни, давай на автобусе, что он очень много местный. А я тебе сейчас пикап покажу. Тут еще какашек много. Охренеть, 100% нет. А на чем автобус едет? Если на газе, то это вообще суши имба. Это капец просто, я в офиге. Мне кажется, он дохренище просто жрет. Автобус? Так это наш тралик, видишь, тралик по факту. Где тралик? Это когда автобус. А чё они три... Короче, минивэн, автобус и этот. И пикап. Ну минивэн, кстати, можно взять, он вообще имбовый по факту. Так он ржавый капец просто. Ну вот это за мной зомби ходит, ну убей его как-нибудь, я не знаю. Да чем? Не знаю. Как сесть этот автобус? Понятно. Нет, но мне кажется, автобус очень медленный. Она по факту скорость больше. Офигеть, тут дофига всего. Офигеть. Два литра газа нашел. Имба. Не, короче, давай на этой. Слушай. Пикап имба вообще лютый. Так, а ну, тут... Это вещи будут падать, если там же кузов открытый. Тут, ну, на дизель едет такой себе. Тут, кстати, говна, я в ахере, насколько дохрена. А я помер. А, ну вот так вот надо. Ну вот это от еды. Двигатель новый нашел, двигатель. Двигатель? Меня двигатель свапаем. Точно? Подожди, а это двигатель под газ подойдет? Не знаю. Ну, у нас двигатель нет, он другой. Ну, у нас попизже будет. Капс, да, заброшек нашли, слышишь? Автобус, блядь. Автобус, минивэн и еще этот пикап. Ну как-то тут открыть можно, я не помню как. Иман, у него двигатель, он жрет. Ну-ка, что он жрет? Блин, с меня вещи попадали. Уберите зомби, пожалуйста, он меня заебал. Не, ну автобус очень жрет, мне кажется. Ну у меня есть ружье, я тебе его могу скинуть, там у нас патроны еще больше. Ко мне иди, я около автобуса. Ну блядь, тут я. Давай. Ноль патронов, я понял. Да скинь, ой, заряди машине, есть у нас же. Бежит, Никита бежит. Он дверь открывать умеет. Сейчас даже что-то интересное находим. Так еще и редко, охренеть как. Что-то мне кажется, тут еще дохрена всего, что есть, что мы не исследовали. Да. Ну мы сейчас по факту были на большой заправке, думаю. А не, это кафе, скорее всего, было.
Сейчас прикинь, какой монстр трак заспавнится и все. Да нет, их нет, к сожалению. А че дорога старая? Так, я ничего. Че, остановка? Что-то не понял, не понял. Не понял? Нет, 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 не пугайся, нет, мы все правильно едем. Ух, блин, я аж испугался, потому что снова. Там корабль вдалеке, кстати, далеко, далеко. Капец, не, просто. Думаю, нам. Не, нам топлива не надо, у нас так равно. Капец богатый, если честно. У нас сейчас суммарно литров, не знаю, ну, 20 просто в запасе есть. По факту. А так, еще литров 14 примерно. Еще так что и не жрет машина вообще. Ну, это такая делка просто идеально, потому что мне кажется, прикинь, мы даже менять и не будем. А прикинь, если в реальности она вообще так же не жрет. Я тогда в этом, мне кажется. Ну блин, ну это старенько, если честно. Ну двойка, ну это имба, это легенда просто. Охренеть, заброшенный дом какой-то, слушай. Это тоже, ну типа у каких-то игроков. Ух ты, холодильник. Давай посмотрим, что там. Как за серии интересно, ребята, если вы просто, не знаю, просто поставьте что-то и коммент. Так далее. Что-то. Да, ну хоть что-то, потому что комментариев вообще нет всегда, почти. Машина, а чё за тачка? Охренеть, она хорошая. Это что? Это азлка, что какой-то опять? Это... Нет, двойка все равно покруче, двойка. Ну двойка, покруче. Да, она хорошая. Да, это азлка. Нет, двойка лучше, у него багажник больше. Кобзда. Так, ну тут ну, такое себе на самом деле. О, слышь, тут еще один, а тут жук есть в соседнем гараже, но он разобранный. Ух ты. Ну, короче, такое себе, ничего нету. Ети. Уже идут, походу. Ты погнали. Ай, это борода зомби, ё. Согласен, туда их. И чё ты в окно смотришь? Не знаю, так надо. Грустно сидит, обалдеть. Там корабль, кстати, есть. Вообще недалеко. Да нет, давай чекнем, у нас равно очень много топлива, смысл. Ну ладно. Куда же быть, там мало же, поедем чекать. Ну, кстати, смотри, ночью прикольно ехать. А давай ночью так чуть-чуть проедем. Давай, чтобы показать вообще, как ночью выглядит. В чем я тут стоит? А фары где? А вот фары, все, включил. Смотри, включил. Вижу. Там дом вдалеке, по-моему, а нет, это трава. Не, давай-ка все-таки поспим, я что-то вообще все путаю. Ой, у меня какашки очень много накопились, может покакать, нахрена? Най. Какую? Насрал, лови. Говни. Ртом ловлю. Вторую насрал, писаю. Где? Ну там валяются подо мной. Ты что делаешь? Ты не тупой. Вырезай. Вон там вдалеке, кстати, по-моему, какая-то заправка, то ли что. О, заправка интересная, там можно и детали найти, имбовые, и еще что-то. А там вообще все можно, мне кажется, найти. Да. Эпично, так-то едем. Придорожное кафе. Тримбас. Блин, мы могли вынуть стримбас. Ты что, тупой? Он сейчас все вылетел, думаешь? Ой. Все. Это не я. Ты моешь не так, кто за рулем такой? Это что было? Ты что наделал? Это не я. Слава богу, за машину не повреждается. Были бы моя самая карта, мы бы сейчас сидели бы и движок бы перебирали бы. Двигатель по-моему. Выпал! Ха-ха! Кобздец полный. Это надо 100% ставить. А кто насрал? Это что за говно валяется, смотри? Я же говорю, я на задний ряд посрал и там типа стал. И вылетел, может. И вылетело. Открой. И вылетело, говорит. Капец, блин. Я думаю, надо как-то все сделать еще красиво. Надо просто маленькие эти бочки, ящики. Вот, смотри, как я бочку положу. Да не, подожди, надо эти положить, эти. А запаски зачем? Нам больше вообще нам запаски не нужны, потому что тоже по факту колесо же не повреждается никак. Нет, мне кажется, повреждается. Так, бочку 100% на второй ряд надо ложить. Там уже дверь для тебя, кстати, открыта. Ну да, ну как открыто? Так, сломлено. Сломано. Нет, у нас кобза, конечно, запасов. Тут и нефть, и бензин, и т.д. Легендарно играем. Сейчас запаска нам нужна, да? А почему так повезло, кстати? Короче, давай так положим запаску. Что тут еще какая-то фигня вылетела? А, это какашка, я подумал, зеркало вылетело. Тихо. Какашка, фу, чья? Да я говорю, это моя вылетела, там я на задний ряд вылетела, когда мы в движении были. Ха, угар. Лавочки, твою дверь держу. Лавочка. Все закрывай. Стой. Во! Во! Песчаная! Ну-ка, положи-ка я. Ух ты!
Ого, две. Ням-ням-ням. Боржик еще раз, да-да-да. Может закончим, я что-то устал уже. Да, тут сейчас у столба эпично завершено. Сохранить, загрузить, сохранить.